Привет, меня зовут Екатерина Римская. Сегодня будет разговорное видео. Раньше у меня был другой никнейм, и об этом попозже. И эти видео у меня назывались BNVK Vlog, что означало первые буквы моего никнейма. Так что сейчас я просто в затруднении, не знаю, как назвать такие видео, так что если у вас есть идеи, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Я пока еще не знаю, как назвать это видео, конечно, но думаю, без названия пойдет. Просто будем говорить с вами о разных темах, которые связаны со мной, с моим каналом и вообще с окружающим миром. Сегодня у меня мало тем, но они очень интересные и очень нуждаются в этом видео. Я из своего кармана так достаю листочек, оп. Давайте начну. Насколько я сказала в начале, у меня изменился канал. Я не буду говорить, как он раньше назывался, потому что я не хочу больше распространять этот никнейм. Сейчас меня зовут Екатерина Римская, и Екатерина — это мое настоящее имя, а Римская — это фамилия, которую я придумала. Даже не спрашивайте, почему. Просто мне кажется то, что вот мой старый никнейм, да, вот все знают, кто меня вот сейчас смотрит, именно вот сейчас, когда вышло это видео, а вот я думаю, что он не очень подходит для вот ютуберов, потому что это слишком длинное название, тут нету фамилии, тут нету того, как бы, ну вот не знаю, у всех просто есть имя и фамилия, вот и мне захотелось, в общем, наверное, вот это самая большая причина, которая послужила изменению моего имени на ютуб. Мне кажется, так намного проще и так намного интереснее, и вообще, почему именно Римская? Меня просто привлекает это имя, фамилия, точнее, мне кажется, что она ко мне подходит. Ну, в общем, изменила и изменила. Фиг с ним, будем привыкать и к этой фамилии. Кто сейчас не знает, может, если вы смотрите это поздно. Короче, я сейчас не дома. Я живу вообще в России. И я сейчас приехала в Белоруссию просто к своим родственникам, можно так сказать. Ну, я не знаю, как сказать, в общем. Ладно, я здесь была все 3 месяца, сейчас уже сегодня 17 августа. И когда же я собираюсь домой? Типа школу, там все дела вообще. Я что, переехала, что ли, сюда? Нет, нет, нет. Я уезжаю домой, я очень хочу домой. Я уезжаю 25 числа, уже скоро, в понедельник следующий. Я безумно хочу домой. У меня просто очень много дел, которые мне нужно совершить, много идей, вообще планов на видео. Я безумно хочу домой, и да, мне пофиг, что уже кончается лето. Многие спрашивали, хочешь ли ты в школу? Да, хочу. Не знаю почему, просто безумно уже хочется опять этой нагрузки. Просто отдохнула, да. Хорошо отдохнула, в принципе. Мне было весело. Весь июнь, июль. Хорошо все провелось. Теперь хочу я узнать, как провели это лето вы. Потому что мне безумно интересно вообще, где вы были. Какая у вас была погода, кстати, также напишите. Я могу по месяцам охарактеризовать. То есть вот в июне у нас первую неделю была жара и последнюю неделю была жара. А вот эти две в середине было очень холодно. В июле, весь июль у нас была жара. Вообще дождя не было ни разу. И вот сейчас с 1 по 10 августа опять была жара. Ну вот жара, это у нас плюс 40, короче. И вот уже сейчас 17, и вот эту неделю всю у нас холодно. Я вот так сижу в кофте, она такая более шерстяная. В джинсах сижу, короче, ну не подкатанные, в шлепках. Надо было кеды надеть. И, короче, в кардигане, он мне еще можно раскатать рукава. Мне безумно холодно сидеть, вообще тучи надо мной. Сейчас может дождь вообще полить. Безумно ужасная погода. И, кстати, вы не знаете, блин, если вы читаете мой твиттер, спасибо, там у меня 50 читателей, я туда часто пишу, и вот я вот сколько дней уже пытаюсь, а мои читатели, снять это видео, потому что все погода мешает. Это очень ужасно снимать на улице видео, если у вас свой дом, да вообще. То погода, то эти тучи, то какие-то вот стройка. У нас сейчас просто дожинки. Кто не знает, в Беларуси здесь дожинки проходят. Каждое лето в каждом городе, ну, в разных городах, то есть машины на дороге, короче, проходит стройка, то есть обновляют город. И сейчас в моем городе, в который я приехала, вообще супер, да? Вот, дожинки проходят, и стройка здесь, дорогу ремонтируют, вообще дома ремонтируют, все просто ремонтируют. И вот этот звук постоянный, ветер, вот вообще нельзя никак снять видео, если у вас микрофона нету. Дождь вот сейчас всю неделю льет, так что я отклонилась от темы. В общем, у нас сейчас все дождь, и мне никак не снять было это видео. Вы не знаете, блин, как я вышла из дома и сняла это видео, это вообще. И так что завтра у нас понедельник, и вот завтра будет уже опять жара, 22 градуса и выше до конца моего уезда. Это очень хорошо, потому что очень уж холодно. В принципе, это было все. Очень короткое такое видео, я надеюсь, вам понравилось.
это видео вообще было как-то информативным, вы что-то узнали, вот такие новости, да. Так что пишите в комментариях все, что я вас спросила о погоде, о лете, о неделе влогов, о чем там еще, о названии канала, как называть эти видео, или вообще просто писать там, ну, о чем говорили мы в этом видео именно. В общем, я вас безумно люблю за просмотр этого видео, и увидимся с вами очень-очень скоро в следующем видео. Я вас люблю. Пока!